ребята, 4 дня в канаве лежит пес. Весь высох. 4 дня. Спинальник или нет, покажет только снимок. Но пес не чувствует лап. В общем, его сейчас привезли. 4 дня, ребята, в канаве под дождем лежит пес. Ну где люди? Скажите мне, где люди? Назвали Яник. Так, ребят, мы можем. Это все, что мы пока можем себе позволить. Нам нужна помощь, мои хорошие. Потому что мы тянемся изо всех сил. Ребят, кто-то отдает бешеные деньги за передержки. А мы в приюте просто на голом энтузиазме. И я прошу вас, если можно, им нужна помощь. Это у нас Яник. Поступил с жалобой на то, что нет опоры способности на задние и передние конечности, все время лежит. По результатам рентгеновских снимков не было обнаружено каких-либо переломов, обнаружена пуля в грудном отделе. По результатам рентгена также не находится в позвоночном столбе, жизни не мешает. Снято было несколько клещей с тела. По общему анализу крови отклонений не обнаружено. Будет проводиться терапия при пироплазмозе, так как в мозге обнаружены бабезии. Также имеется ссадина на лапе. Будет проводиться обработка и общая терапия при пироплазмозе. В случае отсутствия опороспособности в течение суток-двух будет направлен к неврологу. Динамика положительная, до этого на лапках плохо стоял, есть то ли слабость, то ли неврологический дефицит. Сейчас аппетит у него в норме, состояние улучшается. По рефлексам коленный в норме, бедренный чуть-чуть ослаблены, и также имеется ссадина на теле. По поводу общего анализа все норм, у него взят малый профиль гемопаразитарный, отправлен в лабораторию, ждем заключения. Ну, наверное, все.